Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру 200 дней зомби-апокалипсиса. Ну что же, как ты помнишь, мы с тобой остановились на 198-м денечке, да? Поэтому сегодня мы попробуем пройти до последнего 200-го дня и посмотрим, что будет. Так, в данный момент у меня по прокачке, смотри, что я тебе покажу. Иван полностью, Дорис полностью, Джейк полностью, Томми и Доминик прокачаны тоже полностью. То есть я даже не знаю, кто нам здесь теперь помешает. Я, конечно, хочу попробовать вот Сьюзи еще прокачать. Благо, денег у нас достаточно. Вот я не знаю, хватит ли у нас на топовую прокачку. Да. 100-й уровень у Сьюзи. Ну что, друзья мои, тогда, наверное, пора вызывать нам босса. Да? Так, ну что, делаем с тобой бонусы. Где он там? Вот он. Именно на нем мы с тобой в прошлый раз остановились. Сейчас у меня прокачаны бойцы. Я не знаю, ребят, получится ли у нас его прожать. Мы бомбим в него там. Доминик там стреляет. Главное, чтобы у нас этот дрон. Если дрон его прожарит, а дрон, как всегда, мажет. Ну-н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 у. Смотри, что происходит, ребят. Давай. Есть. Не такой уж он и сильный сосунок. Ну, естественно, ребята, прокачка рулит, ты сам понимаешь, да? Без нее, ну, тут вообще никак бы не было. Ну что, 199-й день. Это тот самый день, когда пора, ребята, нам выступить и завалить последнего зомби, который будет здесь у нас. Кстати, мы можем тачку улучшить. Да, улучшить тачку. И я хотел кое-что глянуть. У нас есть какие-нибудь с тобой сообщения от выживших? Давай-ка глянем. Так, может быть, даже что-то у нас новенькое появилось, нет? Так, это журнал, это все не то. Это 70-й день, 100-й, 130-й, 160-й. Оу. Так, 187-й день мы с тобой, по-моему, читали, да? Так, а вот 190-й нет. Днем ко мне подошла Дорис и рассказала, что думает о произошедшем вчера вечером. Это был пустяк, но мне приятно было знать, что все стали ближе. Слушай, мы это читали. Это мы читали. Я стал свидетелем истинного безумия. Не могу поверить, что есть люди, которые используют апокалипсис ради собственной забавы. Это не сойдет им с рук, я клянусь. Что-то произошло там, да? 196-й день. Мы слышали отдаленные выстрелы ночью. Все были встревожены и не могли спать, но в итоге пристрелка затихла. Когда солнце поднялось над горизонтом, мы увидели огромный столб дыма вдалеке. Нас может постичь та же участь. И вот он, 199-й день. Мы нашли огромные следы в жилом районе со множеством небольших домов. След был похож на человеческий, но был размером с грузовик. Что здесь, черт возьми, происходит? След размером с грузовик? Это вы к чему, ребята? Тонкий намек о главном боссе? Я вас так понимаю? Скорее всего, да. Ну что, будем вызывать? А как мы вызовем, если он еще не появился? Ладно, хорошо, блин. Наверное, мне придется здесь еще подождать полностью все вот эти вот откаты. Ну, я имею в виду, чтобы у меня воодушевление, да, братство, все это откатилось. И потом мы уже с тобой начнем потихоньку нашу миссию. Так, сколько? У нас еще 289 гемов. Я думаю, что никто не будет против, если я вызову бабку, которая нам поможет, Лиза. А помимо этого, я еще хочу взять вот патроны на дробаш. Волна. Ну ты посмотри, мы просто их рвем. Никто нам здесь ничего сделать не может. Просто там ноги, руки, головы разлетаются в разные стороны. Все очень хорошо. Так, ну, когда там буст появится? Ждем, ребята, ждем. Выставляем мины.
Слушай, а у меня прокачана полностью электрическая вот эта вот штука? Электрическое поле или нет? Поддержка. Да, полностью. А вот мины, нет. Поэтому минки мы 180 уровень. Слушай, ну неплохо. Тут осталось всего лишь прокачать светошумовую гранату, да? Шоковую мину и военный грузовик. Я думаю, если военный грузовик прокачать по полной программе, он будет наносить офигенный урон. Плюс, ко всему прочему, ребята, мы с вами не сделали следующее. Во-первых, у нас на карте до сих пор есть места, где мы не были. Угу, это вот здесь. Это вот здесь и это вот здесь. Это надо было отправлять их на поиски, собирать вот эти вот, ребята, осколки карт. Или обрывки карт, так будет проще сказано. И после этого они бы открывали вот эти вот местности. Соответственно, там бы дополнялась у нас история. Но так как я этого не делал, поэтому ничего нам не светит. И в поход можно было уже отправлять до 5 человек. Слушай, а что такое? Где буст? Я не могу понять. Ну-ка, дай-ка я гляну, сколько там чего. А, ну сейчас он будет. Сейчас он появится. Кстати, мы с тобой сделаем, наверное, еще автоматическую стрельбу. Вот так вот, по полной программе. Ну, дай бог, чтобы мы с тобой смогли забомбить этого босяру. Я не знаю, там след с грузовик. Это, наверное, какой-нибудь там офигенный квазимода будет. И надежда, конечно же, на все мои войска, на всех моих солдатиков, воинов и так далее. Ну, там трое осталось. Все, ребята, босс. А, 30 секунд, подожди. Надо подождать, ребята. Надо подождать, я хочу с полным, как говорится, боекомплектом пойти в последний бой. Потому что у меня должно быть воодушевление, братство. А в данный момент братство в откате. Так, сейчас оно. 12 секунд подождем. И приступим. Да, кто-то был прав, наверное, что сказал, что да, последняя серия будет короткая. Я тоже думаю, ребята, будет короткая, потому что, ну, в прошлой серии мы не смогли добить с тобой, но не получилось. Что? Давай? Да ну, так это же мы видели, ребят. А может быть, все-таки нужно 200-й день проходить? Ладно, сейчас посмотрим, ребят. Попробуем запинать электрического зомби этого, который нам, в принципе, ничего не сделает. Он сейчас дойдет до ворот и взорвется просто-напросто, и все. Так что мы его пинаем, 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 пинаем. И посмотрим, будет ли конец истории или же не будет. Так, машину вызываем. Ну вот он хлопнул и все. Где он тут шоркается, я его не вижу. Его не видно, ребят, но урон он получает. Все. Смотрим. Или мне нужно еще 200-й день бомбить? Вот, я пока этого не понимаю. Так, я победил. 200-й день. Не надо только говорить, что что будет продолжение дальше. Игра называется 200 дней зомби-апокалипсиса. Какого перепуга-то? Блин, я, конечно, ребята, не этот. Но ладно, я подожду. Вот я и как раз этого и боялся, что 200 дней будет, и игра дальше продолжится. Понимаешь, да? То есть так можно и до бесконечности на самом-то деле. Хотя, подожди, как ты до бесконечности сделаешь, если у тебя есть предел по прокачке? То есть, ну ты сам понимаешь, да? Мы своих бойцов прокачиваем по полной программе. А дальше-то что? Армия зомби-то, она будет все сильнее, сильнее, сильнее становиться. Хорошо, мы сейчас с тобой вот этот 200-й день попробуем пройти. Если там будет 201-й, 202-й. Ну, что я могу сказать? Это бесконечность тогда. Это будет бесконечность. Я считаю, что это будет несправедливо по отношению к игрокам. Потому что, ну, как бы мы с тобой проходили для чего? Для того, чтобы выжить. Мы выжили. Мы потратили кучу времени на то, чтобы раскачать своих солдат, да? И дать отпор зомби. И мы хотим как бы увидеть финал этой истории. И если они нам этого не позволят увидеть, ну, как бы
Это на их совести остается все. Так, ладно. Сколько там еще бомбить? Я и гемы все потратил уже, молодец. Ладно, ничего страшного. Просто посмотреть хочется. И к чему вот это вот, да, было, что типа он огромный зомби и следы типа размер с грузовик. Кстати, я хочу посмотреть, 200-й день у нас отметился или нет. Ну-ка глянем. Где это? Вот здесь, да? 200-й день. По идее, должен отметиться. Или мы его должны пройти, после этого он отметится. Сейчас глянем, посмотрим. Так, подожди, перемотнем. Так, вот. Я провел так 6 месяцев. Все встревожены и устали, но лагерь наконец-то обрел стабильность. Я уверен, что впереди нас еще ждут трудности, но считаю, что мы сможем их преодолеть, если будем работать сообща. В плане. Ну, все? Получается, да? 200 дней зомби-апокалипсиса закончилось. Типа мы преодолели трудности, все дела. Новых зомби, я так понимаю, здесь не будет. Хотя, кто его знает, давай посмотрим. Ох, ё! А это еще. Вот он, ребята. Блин, а я на шару, прикинь, я. А что он делает? Он стоит. Он что-то уже. Ё-моё! Испытание провалено. Я же не думал, я. Что он делает? Вам не удалось держать орду зомби. А что он делает? Он что? Давай вот так вот. Машину вызываем. Мин. Ох, ё! Опачки, друзья. Вот это и был последний босс. А я как раз все потратил. В общем, ребята, сейчас мы ждем. Делаем откат. И ты посмотри, он всех отправил в больничку. Всех. Ну, большинство, по крайней мере, да? Ты видишь. Так, хочу посмотреть, сколько вернуть в бой. Вернем. Кто у нас тут еще хочет вернуться? Так, слава богу, у нас с тобой больничка работает офигенно. Она вылечивает практически моментально наших бойцов. Но хотелось бы еще. Подожди-ка, я могу? Могу еще прокачать больничку нам? Могу. И причем она так дешево стоит по прокачке. Так. Друзья мои, ну что же. Блин, вот это да, вот это босс. Короче, мы с тобой сейчас ждем откаты. Вот этих вот наших скиллов. Мины, блин, он, видишь, он бросает машины. А как ты с этим будешь бороться? Да никак. Понимаешь, да, о чем я говорю? Там невозможно с ним, ну, эти машины отбивать и тому подобное. Он просто их автоматом бросает. Единственное, что я могу здесь делать, это поставить разрывные патроны. Ну, естественно, мины. Хотя он не бегает, да? Он не бежит, он стоит на месте. Он стоит на месте. Первый его плевок выпускает ядовитый газ. Второй он бросает машину. И после этого мы как бы испытание проигрываем. Причем я в него стрелял, и мы отняли всего лишь четверть первой полосочки. Четверть, ребят. А нужно отнять три полосочки у него. Возможно даже, что мы сегодня с тобой и не пройдем этого босса. А знаешь тогда, что мы сделаем? Я тогда вот этот вот видосик не буду выкладывать, а сохраню его отдельно. И дальше буду прокачиваться. Потом, когда я прокачаю всех своих бойцов уже досконально, конкретно, да, все пускай будут по фулке. И после этого только мы с тобой пройдем, и я соединю эти две серии и выложу. Да, я думаю, что вот так вот будет как раз справедливо. Ну, а пока мы с тобой еще одну попыточку все-таки предпримем, да? По уничтожению этого зомби здорового. Он как этот, какой-то как крокодил, ё-моё. Прыгает там, скочит. Единственное, конечно, прокачка нужна. И, скорее всего, прокачка нужна максимальная именно по моему персонажу, по Джеймсу. Потому что он как бы самый-самый основной идет у меня. Он основной, я в плане того, что именно им я наношу, ну, больше всего урон, когда вот стреляю. Вот так вот. Так что, вот такие вот пироги, ребята. Так,
Так, ну что у нас там, 47 секунд. А зомби, как ты видишь, они даже не могут ничего сделать. Они там топчутся на месте, даже волна ихняя нас пробить не может. И получается, от Ваньки толку никакого. Ванька не может нанести урон боссу, потому что он стоит на месте. Понимаешь? Тут нужны именно прокачанные дальники. То есть и Доминик не может дотянуться, да? И вот этот не может дотянуться. То есть надо было вот всех вот этих дальнобойщиков качать. Но ведь я этого не знал, например. Я думал, он будет идти, как обычный босс, потихоньку-потихоньку к нашей базе, и мы его будем тут нахлобучивать. Но видишь, он прыгает там, вдалеке, на месте, и получается основной урон наносит только дальники. И я в том же числе. Так, ну что, у нас с тобой откат через 2 секунды. Ну что, ребят, понеслась. Выставляем дробовик, вызываем босса, погнали. Ну ты посмотри, вот машина неплохо ему наносит урон. Очень неплохо, ребят. Ты посмотри, как мы у него... О, вот первое, да? Так, что там написано было? Некогда было читать просто-напросто. Вот еще машину я отправил. Она вообще не наносит ему урона. Машина. Как это ни странно. Она откатывается. Так, это вторая, ребят, попытка была. Сколько там? 3 попытки и все, и мы помираем, да? Получается так. Так, у нас с тобой... Подожди, там кто-то у нас в аптечке. Вернуть в бой. Вернуть в бой, вернуть в бой. Если я верну этих в бой... Че, он ушел? Он ушел, ребят. Да у меня просто нет слов. У меня просто нет на него слов, ребята. И я не шучу. И как же вы прикажете тогда его бомбить? Значит, наверное, все-таки мне придется, ребята, прокачивать Джеймса, судя по всему. И уже после этого валить. И, скорее всего, даже вот этих всех, всех дальников. Это Рея, Дорис, нет, Дорис у нас прокачан. Шона, Саймона, вот этих всех пулеметчиков, автоматчиков, которые там бомбят и жгут. Ну что, ребята, увидимся тогда. Хотя, что я вам это говорю? Увидимся на финале, вот что. Ну что, дорогие друзья, я вернулся в игру 200 дней зомби-апокалипсиса. Как я обещал, я хотел прокачать всех своих персонажей по максимальному уровню и попробовать пройти босса. Но, если честно, правда, не всех я прокачал. По-моему, остался у нас только лишь Рэй. Это именно я, да? Именно я такой взял к себе персонажа. Ну, потому что у нас с ним никнеймы схожи. Один в один. Так, ну что, ребята, я не знаю. Здесь я прокачал практически все, кроме генератора. Как ты видишь, да, именно в постройках. Остается лишь... А, по поддержке у нас что? Машину я не прокачал по полной программе. Хотя надо было бы, наверное. Так, остальное... В принципе, светошумовая граната нам нафиг не нужна. Машину, да, надо прокачать. Но все-таки, наверное, мы будем прокачивать нашего снайпера. Какой там он получит уровень максимальный? Соточку вряд ли я успею. 93-й. Так, ребят, я не знаю, давайте попробуем вызвать босса и попытаться с ним справиться. Я даже немножечко сделал так, чтобы прокачал даже своего персонажа. Как ты видишь, максимальный 200-й уровень у него оказался. Так что в наших силах, ребята, все, что мы могли, сделали. Теперь, значит, мы делаем вот так. Я буду в шоке, если мы его не пройдем. Я тогда серьезно не знаю, что и делать-то. В общем, так, автострельба у нас с тобой назначена. Так, отправляем тачку. Сразу же вызываем босса. Сразу же. Скиллы, все дела. Берем с тобой пушку. И начинаем бомбить. Естественно, ребята, только дальний бой для него, так скажем, смертелен. Остальное для него по барабану. Чего ж там греха таить. Так, может быть, мин еще. Давай попробуем поставить. Так, испытание провалено. В плане испытания провалено. Ты давай мне не свисти. Испытание у него там провалено. Так, отправляем. Блин, я не могу, ребята. У него вот половину здоровья отнимаем, и все. У меня палец тоже, извини меня, не этот.
Так, он опять, да? Три раза он, по-моему, ребята, делает вот эту гадость, да? И после этого мы с тобой проваливаем испытание. Так, испытание провалено, написали. Но пока все живы... Нет, не все живы, ребят, не все. Где у меня госпиталь? Госпиталь мне дайте. Вернуть в бой. Вернуть, вернуть. Всех возвращаем. Да что ты... Так, кого успел, ребята, того успел. Давай, чуть-чуть, тачка, выезжай. Ну, не дай боже, мы проиграем сейчас, а? Да чтоб тебя. Так, ребят, он там подбил, да? Надо срочно, срочно лечить. Где они у меня все? Вернуть, вернуть, вернуть. Ну? Машину бросил. Да иди ты. В плане, ты хочешь сказать, что мы сейчас вот про... Вот сейчас вот мы проиграли, блин? Ты серьезно? Ему оставалось там шиш да не шиша, ребята. Я не знаю, ну что еще прокачать здесь можно? Что? Ума не приложу. Что здесь еще можно сделать, ребята, чтобы... Чтобы его наказать? Машину, что ли, прокачать по максималке? Или что надо-то? Тебе не кажется, что... Дрон завис. Смотри, что происходит, ребят. Дрон завис, у него на постоянку молнии бьет. Чудеса просто какие-то, а? Так, подожди, давай вот это вот уберем. Я хочу посмотреть, а молнии-то работает хоть? Бьют? Да, не уничтожают. Слушай, так если сейчас появится босс, его постоянно будет этими молниями бомбить. Так мы должны тогда пройти. Благодаря вот этому багу, глюку, я не знаю, как его назвать. Смотри. Так, нам придется подождать с тобой еще минутку. Где там у нас бабушка легкого поведения? Давай, выходи. Будешь собирать монеты. Просто я больше не знаю, ребята, что еще там можно сделать. Все бойцы прокачаны, абсолютно все. Ну, кроме вот этого рейчика. Но все равно 94 уровень, прямо от него вот такая вот зависимость. Госпиталь обязательно отлечивает всех практически моментально, потому что он по максималке. Генератор, но он только, в принципе, работает для электрических вот этих штук. Босс до них не идет, поэтому как бы генератор здесь тоже особой важности не имеет. Машина, если только. Как бы хотелось бы до 200-очки прокачать. В общем, сейчас мы с тобой... Блин, смотри, здесь почему-то опять 2,5 минуты откат. С чего вдруг? Я даже не использовал ничего. Ладно, друзья мои, ждем откатика и попробуем вызвать босса и опять с ним разобраться. Так, друзья мои, у нас откат. Все произошло. Теперь мы с тобой... Давай, наверное, сделаем... Вызовем светошумовую гранату. Хоп, хоп, хоп и босс. Сейчас, сейчас вот это вот полетит когда туда. Ну давай быстрее, босс, выходи. Жарим, ребята, его. Ты видел, чтобы молнии его хорошо бомбили? Я что-то не заметил этого. Так, дай-ка вот так вот. Давай, 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 влупляй, влупляй. Так, он дыхнул. Кто-нибудь погиб? Погиб, ребят, погиб. Я вижу, нужно их срочно возвращать в бой. Поехали дальше. Так, он тут попрыгульки свои делает. Машину-то я забыл совсем вызывать-то. Так-с. Дыхнул, да? Дыхнул он своим дыханием, пока, ребята, все целые, как ни странно. Так, закроем вот эту штуку, потому что она меня сейчас немножко тут... Что там? Погибли, да? Погибли, есть люди погибшие. Ну, не погибшие, они как бы в отключке. Выпускаем тачку. Что он там? Опять кого-то подбил, да? Так, возвращаем в бой. Возвращаем в бой. Ну. Так, тихо, опять кого-то подбил мне. Возвращаем, возвращаем. Жарим. Ты запарил, а? Ну. Давай, чуть-чуть, ну чуть-чуть, ребят, осталось. Ну. Есть! Есть! Контракт Лизы закончился. Она покинула лагерь. Фу.
Что-то приближается. Победить босса на 200-й день. В плане что-то приближается. Вы хотите сказать... Еще босс? Сразу же? Да ну нафиг. Вы серьезно? Ну давай. Что там приближается? Ох, ё! Да зачем я выключил-то? Она двигается ко мне, ребята, она двигается. Что? Что случилось там? Подожди, подожди, надо раненых оживить. Оживляем раненых. И строчим, как пулеметчики. Так, что там написано? А, подлечите своих раненых друзей. Конечно, подлечим. Обязательно подлечим. Строчим, ребят, строчим. Тачка, поехала. Да, блин, что-то как-то жестко он бомбит. Машина, давай. Я вижу, вижу, вижу. Слушай, ну этого босса-то, наверное, надо было бомбить. Естественно, под бафами, а не просто так. Что я сейчас его тут стреляю, как мертвому припарка? Вообще ему по барабану все это. Что мы делаем с тобой? Мы проиграли. Мы проиграли. Я надеюсь, сейчас мы начнем не с этого зеленоглазого пришельца, ё-моё. Ну ты понял, да, про кого? А именно вот с этой летающей тарелки. Давай тогда мы с тобой подождем сейчас откаты. Так, у меня немножко финансов появилось, поэтому рычка можно на один уровень поднял его. Я офигею. Нет, ну я не знаю, ребята, почему мы проигрываем? Что он уничтожает? Стенку? Нет. Эти вот охламоны, они не могут до туда добежать, до тарелки, до этой летающей. Поэтому у меня вот только надежда вся на молнию. Машина. Кстати, машину, да, действительно надо прокачать, наверное. Тоже по максималке как-то вот. Я больше уверен, что у нее тоже 200 уровень это максимум. И что? И ждать откатов. И потом попробуем, да? Наверное, так. Так, друзья мои, откаты у нас прошли. Ставим... А что ставим? Мины. Мины нам не нужны. Ну что? Вперед, как говорится, из песней. Вначале бафы, теперь босс. Пулемет. Поехали. Вызываем тачку. Пускай едет, давит. Подожди, мне нужно вот это вот. Хобана, а что он там сделал? Да уйди ты! Так, вызываем, вернуться, вернуться в бой. Тачку, тачку, тачку. Главное, тачка, ребята, постоянно вызываем ее. Пускай она бомбит. Так, он опять атаковал, да? Опять открываем, опять лечим. Продолжаем бомбить. Без остановки, ребята, практически. Я специально кнопки расставил, чтобы... чтобы возвращать своих бойцов обратно в бой. Строчим. Что там пишут, не могу понять. Давай, машинка, дави их. Блин, я только половину здоровья, ребята, могу отнять у него. И все, и тут хоть ты тресни. Так. Все, да, мы проиграли. Мы тут проиграли, получается. Ладно, еще разочек попробуем, но уже, ребята. А что? Что я хотел? Ну да, скиллы и все тому подобное. Так, а что у меня? То ли я кого-то не успел. Так, превосходство. Вылечить 40 бойцов. Вылечил, ё-моё. Так, друзья мои, еще одна попытка. Я уже не знаю, что еще тут остается сделать. Так, вызываем, что? Вначале делаем так, так. Воодушевление, да, вот это все ставим. Вызываем босса, машину. И погнали. Дробовик, блин, возьми в руки. Ну. Так, вызываем машину практически без остановки. Так, он кого-то подбил?
Ясен перец, мне кого-то подбил. Так, вызываем тачку, пускай он пока едет. Продолжаем наяривать. Так, опять кого-нибудь мне... Да? Давай здесь подлечим. Так, здесь вернем в бой. Здесь. Ему мины по барабану, ребята, что стоят, кстати, на земле. Так, возвращаем. Так, так, поехали. Абсолютно пофиг ему на эти мины, я тебе скажу. Так, вернуть. Вернуть, вернуть. Пока все. Да я не знаю, на одной машине мы далеко не уедем. Не, а у меня не получается, ребят. Я не знаю, как его подбить. Я просто не знаю. У меня не хватает. Я бомблю, бомблю, а бесполезно. Ладно, у меня только один вариант остается, ребята. Это вообще полностью прокачать все, что у нас осталось с тобой. И помимо того, что я буду прокачивать, ну, например, машину ту же самую, да, я еще хочу вот здесь вот побегать. Я думаю, ты понимаешь, да, зачем? Взять всякие бонусы на усиление, так скажем. Может быть, это мне как-то поможет. Но это не факт, друзья мои, это не факт. Сейчас я вот так вот сделаю. Например, сюда, 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 сюда. Ну и... Так, что там нельзя использовать сейчас? А когда можно? Так, быстрое возвращение. Вот так вот мы часики свои ставим. Я, правда, не знаю, насколько мы сокращаем. А, вижу, вижу, ребята. Теперь все вижу. На 5 минут идет сокращение. Так, а вот это что такое? А ну-ка давай попробуем. Сюда. Сюда. Так, раз, два, три, четыре. Угу. И вот сюда. Так, часы, часы, часы. Где у нас? Вот здесь. Это все надо тратить, ребята. Оно нам уже как бы, ну, не нужно. Скажем так, по чесночку, да? Потому что тут у нас уже, грубо говоря, практически конец игры. Так, по-моему, все, да? Или не все? Так, там сейчас завершим. Просто я больше не знаю, ребята, это как нужно, блин, быть. Опа, мы с собой что ли открыли новое, да, ребята? А, итоги экспедиции. Нашли карту. Нашли с тобой карту. Кусок карты. Так. Почему-то больше часики я не могу нажать почему-то, ребят. Не знаю, с чем это связано. А с чем связано это все? Вот почему я не могу больше кликать? В общем, ребят, ну вы поняли, да, что я собираюсь как бы сделать? Прокачать и пособирать вот это вот все, что у нас как бы есть на картах. Может быть, как-то нам сил прибавится или еще что-нибудь. Потому что, ну, вот эти вот ресурсы, которые мы с тобой собираем, они все-таки нам дают, да, там повышает атаку рукопашных. Это, в принципе, нафиг не нужно. Нужно вот именно каждое улучшение сократить время экспедиции на 39 секунд. Золото, алмазы, вот, смоляная лужа. Хотя это тоже нам не нужно, нам именно нужны, вот, крит-атака Джеймса на 110% увеличить. Вот такого рода. Чтобы как можно быстрее у нас и мощнее стали ребята. Может быть, это придется еще пару дней. А может быть, пару недель, посмотрим. Но этого пришельца я завалю. Никуда он от нас не денется. Это я тебе гарантирую. Ну что, ребята, а пока на этом я буду закругляться. Я объединю первую часть с этой.
Короче, наша попытка, как говорится, дальше по выживанию продолжится. А на этом все. Всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.